Итак, друзья мои, всем здравствуйте, всем добрый вечер. С вами Дэш. Мы сегодня продолжаем играть в... Форест. Да, с Таней. Вот. Привет, Михаил Бабочкин. Привет, Лера. За императора! Да, именно за него. Вот, здорово, здорово. Так. Ужасная была неделя, если честно. Я жутко устал. Я жутко не высыпаюсь. Возможно, это из-за этих долгих выходных. Прям что-то... Вообще... Жуткая, короче, неделя. Стрессовая какая-то вся. Не знаю. Но я все равно с вами. Да. Вот. Я думаю, по моему лицу видно, что я такой весь помятый. Ну, что поделать, что поделать. Вот, закончился второй сезон программы поддержки стримеров на VK Play Live. Мы заняли первый уровень благополучно. Ну, заняли мы его еще почти месяц назад. Ну вот, но все равно. За что вам, кстати, огромное спасибо. Без вас бы я не справился. Вот. Всего было у нас из 30 дней 6 выходных. То есть 24 стрима мы провели. Это, конечно, да, это прям дофига, на самом деле. В первом сезоне мы провели 21 стрим, вот. Как-то так. Так, надо смотреть, где там. А, Таня уже тут. Привет, Таня, да, здорово. Так. Ну что, здравствуйте, рассказывай. Здравствуйте. Рассказывай. У меня все хорошо. Спасибо, угу. Что почти спросили. Угу. Еще что? Ура, пятница. Только я завтра работаю, но ура, пятница. Как это ты завтра работаешь? Зачем? Ну, вот так получилось. Ужас какой. Зачем же ты так? За денежку. Всех денег не заработаешь, а здоровье потеряешь. Так, у нас вот этот, по-моему, да? Создать зал. Пригласить друзей. Так. Угу, пригласил. Ждем. Играть. Угу. Вот, надо пройти сегодня эту игру, мне кажется. Угу. Ты узнала, где там что лежит? Да. Точно? Ну, примерно узнала, да. Сейчас найдем. Нам одну пещеру надо найти, и все. И пойдем дубаситься. Да, хорошо, потому что, честно говоря, мне игра не очень нравится. Я думал, она лучше. А тут одни пещеры и духота. Ну, тебе просто пещеры не нравятся, а я прям это кайфовала пещеры зачищать. Как там, блин, в них ничего не видно, в них ничего нет. Каждая пещера похожа на другую. Привет, Welcome Hell. Ну, такое. Ты грузишься там вообще? Да. Долго. Wooden ПК? Чё? Забей. Проехали. Так. Кстати, на Ютубе вышел новый шортс. Уже он собрал 1600 просмотров. Можете зайти ознакомиться. Вот, привет, джедайчик. Дру. Гимай, здравствуй. Здравствуй, Лерочка. Ой, подождите. Здравствуй, я не сделал самое главное. Так, события. Угу, джедайчик, спасибо тебе за хост. Кстати, появились рейды теперь на VK Play Live, так что можете... Ой, да, Дима сегодня их даже тестил. Ну и как работает? И чертовка тестила. Там, короче, прикол, ты не можешь написать ник, там, по-моему, нужно целиком ссылку на канал вставлять. Нет, можно ник, можно ссылку, да. Это я точно говорю. Так, вот. Где я? Ага. Привет, Градорма. Просто у тебя цель пройти игру, а не провести в ней время. Нет! Вы знаете, что я так в игры не играю. Ну, нет, я играю в какие-нибудь... Когда игра душная, я хочу ее пройти. Когда игра не душная, я ее прям, ну, играю в нее. Вот, блин, извини меня, в Киберпанк мы сколько времени потратили? Там, или в Ведьмаке. Ну, ладно, в Ведьмаке большинство из вас не видело у меня Ведьмака. Точнее, наверное, все вы не видели, как я Ведьмака проходил.
Ну не суть. А тут, блин, ну однообразно все, ничего интересного, короче, такое. Вот. Да, подключены алерты сегодня, эти хаустриксовские, так что можете меня дальше пугать. Ведьмак норма, окей. Угу. А где вся моя броня? Я что-то сейчас не понял. У меня тоже, кстати, часть пропала. У меня вся пропала. Подстава. Или это нас боссы так покорябали? Не знаю. Пойдем? Ну давай, веди куда. Нахрена тебе зажигалка. Компас убирала. Думала, он тоже на L убирается, но нет, он достает зажигалку. Нет. Я сегодня слышал, что Игорь сказал, что он хочет провести как-нибудь вечером мастера Игорей и позвать туда всяких ноунеймов. Не был ли это намек на наш сквад Underground, интересно. Может быть. Кстати. Что? Знал Артема Зеля? Да, знал уже несколько дней назад. Ну, мало ли. Там целая эпопея с ним была. В плане? Ну, то же самое, как у нас с чертовкой. Что, типа, ему написали... ему написали, короче, и он такой, типа, ну, я подумаю, короче. Нормально. Ну вот, и... Не, я-то видела, я у него просто клип смотрела, и там у него есть клип, где ему на стриме Марта говорит, типа, чекни почту, он открывает, там письмо, что вот его, типа, берут в сквад. Я думала это. Ну там как, там история такая, что Игорь очень долго... ебал мозгу ребятам, чтобы возьмите Артема, возьмите Артема. Ага. Короче, в итоге ему написали, он сказал, что он подумает. Короче, Игорь на него обиделся, весь стрим про это говорил. И, ну, как Игорь обычно, если его что-то не устраивает, он начинает это форсить прям, блядь, из всех щелей. О, черепаха, ёпта! Черт. Она умерла? Нет. Ну и вот, короче. Тоже слышал еще Дэна позвать. Ну, Дэна позвать это на мастера Игоря, да, там, и это хрен знает когда. Будет смешно, если вас не пригласят, потому что еще не доросли до средних стримеров и переросли ноунейм-стримеров, да-да-да. Ну, мы, кстати, да, мы по факту-то такие и есть. Стой! Не, ну, слушай, ну, фиксера же он звал. Не, ну, фиксер это фиксер, ты это другое. Фиксера брали, потому что он задрот Dark Souls'а. И просто им слот еще, может, надо было забить. Поверь, если бы там был бы какой-то крутой стример, взяли бы крутого стримера, я уверен в этом. Welcome hell, да, ты ноунейм. Я тоже ноунейм, чё ты? Я надеюсь, этот Джеди не будет против. Игорь как-то говорил, что он уберет Джеди, потому что в бэтке нету. Да, это я знаю. Ну, по идее, правильно. Ну, в целом, да, когда, особенно, когда у тебя несколько человек. Не, ну, понимаешь, это как бы турнир, как бы, где на эмоции. А когда, извини меня, твоих эмоций не видно, ну, это такое. О, младенчик! Да, да забей, они даже не лутаются. Ну и что, он на тебя прыгал. Я бы не сказал, что ты ноунейм. Слушай, ну то, что меня многие знают, да, и меня, блин, почти все топы знают, как бы это так, ну я имею в виду, вот из кому, кто вам известен, да, там меня знает Джус, меня знает ВЛГ, там еще куча народу, и это не значит, что я не ноунейм. Ну нет, я как, мини-стример, я не знаю. Если бы у меня было бы там 50-100 зрителей, я бы автоматически бы просто бы стал бы таким околоизвестным. Где-то прям здесь. Ну, уровня Игоря и так далее. Около ноунейм. Ну да, 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 вот что-то такое. Просто я известен в небольшом кругу, вот так вот. То есть обо мне слышали. Мини-стример помещается в кармане. Да я вообще изи. Я в любой карман могу залезть. Ну вообще я по чужим карманам не лажу. Вот лучше сами свои карманы открывайте и поддерживайте меня. Блин, ребят, кто-нибудь подпишитесь на Boosty. Джедайчик задолбал, уже месяц висит, короче, сабом у меня на экране. Ну, блин, имейте совесть. Где ты вообще? А, вон ты. Нашла? Как я пробежала? Не знаю. Расскажи мне. Кто это сделал?
Оно так не меняется. Блин, у Donation Alerts и Boosty же нет функционала переподписки как такового. Ну, вот я имею в виду на экранах виджета на эту тему. Только новые учитываются. Вот если бы ты отписалась и заново подписалась на стриме, тогда бы да. Понимаешь? Тут же нужно, чтобы именно это на стриме произошло. Короче, бредовая фигня. Ну, если вы подписаны, не надо этого делать. Я имею в виду, чтобы новый появился, хочется. Так, сюда лагает, но он. Так. Ну, иди. Так, что у нас здесь? Ой, ёлки-палки. Что это? Чё? Разрушитель. Я такой, да. Шариком хочешь? Не хочу. Подумаешь. Сегодня не это, не фоню? Фонишь. А, сильно? Нет. Я бы тебе уже сказал бы, если бы... Там босс. Ну, что поделать? Ой! Могли бы его расстрелять, на самом деле. Да он далеко. Отсюда и расстреляем. Что, у меня есть? Он же идет. Боже, как громко. Я застрял. Да отвалить, полудурок. Я сейчас отъеду. Да ты не ум... Блин. Как же он стагерит, а? Да у меня ее вообще нет, да, я умру. Кажется, умер. А, нет. Убил его? Это какой-то живучий падла, да. Так. Надо залутать его. Сел мне половину брони, заразу снес. Здорово, Игорек. Да что там, такая же команда, как у джедайчика стример. Ничего нового. Я, да, я заплатил за него. Когда его делал, я платил. Чтоб красивым его сделать, а не говёным. О, надо мясо пожарить. Подожди, нет. А, так. Понял. Да там что-то 1000 в год, что ли? Что такое? О, у меня тоже есть мясо. Я 4 штуки закинул. Хочешь жареную человеческую голову? Нет, спасибо. Какой-то? Какой я, главное. Вот, так что за тапку, да, я платил. Ты чё там? Всё, ешь. Черепушка. Мне помыться надо. А, тут еще заражение. Что там? Да пошли уже. Дождет она. Ну, пока там в душ сидит. Да, да, да. Поп помою. Ты поп помыла? Как можно вообще прийти на стрим с грязной попой? Вот, я тоже не понимаю. Ты труп пропустила. Ну, кинь. Сейчас кину. Ой, кстати, мне же броню надо сделать точно. Можно... Сколько у меня, блин, крутой брони? У меня 10 крутой брони, кстати. Слушай, а сколько ее можно с собой таскать? 10. А, подожди, да, точно. Хорошо, что я сейчас вот об этом подумал тоже. Подожди, ее можно объединить? В плане не поняла. Муфляжная броня еще можно сделать, офигеть. Но она не защищает, она... Ой, подожди, это шкура ящерицы у меня, алло. А. Так а чё я шкуру ящерицы не надел? Хера у меня её тут. Так, давай тут ещё возьмём. Во, я теперь фуловый. Ну, правда, у меня там шкура ящерицы, но всё равно. 3 штучки фиолетовые я себе тоже поставил. Всё, пошли.
Подожди, а смотри, мы находим, получается, этот самый, как его называют, акваланг, и все это, по сути, там конец игры? Можно к боссу, не, ну, как бы, можно идти к на финалку. А, слушай, ну да, давай тогда так и сделаем, наверное. Там, там не так мало, чтобы это, что как бы там есть еще что поделать. Слушай, ну она все равно у нас яхта забаговалась, мы не можем ее это открыть. Так что такое себе удовольствие. Здесь ручки возьми. А. Мы там, кстати, его не фул собрали-то еще. А, нет, еще ноги остались. Еще не все. Еще да, ноги. Вот. Ой, водичка. Здорово. Что? Это какая-то жажица? Мы все умрем? Потом... Жаржов, детишки! Кровожадная. Фига тут тряпок! Да иди ты нахер! Я ему голову отрубил. Какой ты кровожадный. Да вообще. О, Эш, у меня для тебя подарок. Да опять? Что тебе надо? Не нужна мне голова ребенка, отстань. Боже, ужас какой, Таня. Фу. Противная. Так, я вроде все собрал. Ой, блин, дурацкая голова. Палочки. Палочки. Так, в этих ящиках ничего не бывает. А, веревка. Тряпки? Это клево. Да, конечно. Много на что нужны. Тут динамит, вон. О, динамит надо. Тут же рейда нет. В смысле, на ВК Play Life рейды есть. Таня вроде загуглила, да. Не, чертовку сегодня кидала, рассказывала. Да при чем тут? Я про эти... А, про пещеры? Да. Ну, ты только ты про рейды, потом Таня загуглила, я это... Ну, извините, что в чате пишут, я то и озвучиваю. Что я могу поделать-то? Вода или нет? Ну, где-то там вода, да. Так, тут прыгаем. Вот я лох-то. Ой, я даже не разбилась. О-о-о. Ты мне тебя ждать теперь? Ну, можешь ко мне спрыгнуть, тут тоже что-то есть. Мы там были. Нет? Не, я не буду прыгать. Я точно умру со своим везением. Не помнишь, как редить? Ой, я ракетку нашла. А смысл редить, если у тебя стрим не запущен? А, нет, я ракетку нашла. Ты можешь хостить. Тоже смысла нет. Ну, ребят, если у вас нету зрителей, смысл этим заниматься хостами, рейдами? Это бесполезно, и это выглядит, ну, глуповато, если честно. Я, конечно, понимаю, что вы хотите там, может, помочь, поддержать. Лучше поддерживайте материально. Что с тобой? Тут это не баг. Большая? С ногами, да, нога стоит. Ну, беги от нее. У меня здесь подъем наверх. Я не буду выбегать от... Что, убить его решила? Ох, что-то женщина. Так, вода, еда есть. Всё. В смысле ты не умерла? Ну вот. О, блин, мы так, кстати, камеру не посмотрели. О, у меня же есть новая кассета. Надо послухать. Да, кстати, спуск вниз. Да почему ты не умираешь? Что за отстой? Ты не хочешь мне помочь? Не очень. Сейчас слезу, подожди. Что-то я как-то... Я что-то немножко ниже спускаюсь в чат. Ты умерла там, нет? Да, получается. На тебе по ноге. Нет, 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 я передумала. Ты там живи, я уже иду к тебе. О, я ее убила. Да, нахрен тогда я к тебе иду. Тебе нужна броня? Ну, я зайду, наверное. У меня сейчас столько шумов, блин, в этой игре. Ужас.
Ну вот я пришел. Открой голожопу, иди сюда. Я тебя кромсать буду. Катаной. Смотри, какая у меня катана. Найдено пассажирское сиденье. Вау. Теннисисты. В смысле, вас тут еще двое? Да ё-моё, вообще помоги-то. Ничего без меня сделать не может. Да, всего лишь нога стула. Точно. А, смотри, пассажирское сиденье. А, это мы пассажиров еще находим. Подожди, вот эти все теннисисты, это типа пассажиры, да? Ну, типа того, да. Они все одинаковые или тут какие-то другие пассажиры еще бывают? Ну, это в плане одинаковые. Нет, есть которые висят, еще чего-нибудь. Это все пассажиры. Ты костер поставишь? Да. Я пойду не припешим. Угу. Так. Ого. И тут висюльки прикольные. Сколько из скольких? Блин, если бы я знал. Там отмечается, сколько из скольких? Да. Найдите пропавших пассажиров самолета, и ничего-то не отмечается. Ну там, если ты список достанешь, там будет видно. Так, подожди, это где у нас в инвентаре? А где этот список? Нет, это в дневнике. В дневнике? Так. Живот, что это вообще такое? Статистика, список дел, пугало. Нет, подожди, что такое пугало? А, ага. А где это, блин, показывается-то? Сигналы, лодки, пугало. Путеводители по природе, жизнь растений, животные, заметки. Заметки. Во. Что это? Нет, это не оно. А хер знает, где это, ребят. Куда тыкнуть-то надо? Сигналы. Ну, список дел. Чё? Как? Куда? Нет, нифига. Состояние, броня. Нет-то. Сила, заражение, найти алоэ. Ой, у меня заражение, кстати. Да выёживался. Да говорю, нету, чё? Врач, что ли, буду? Ничего не тыкнуть. В заметках нет нифига. Don't be afraid. Не знаю, чат, вы видите? Я не вижу. Что так жарко. А, да. В инвентаре список пассажиров. Блять, я говорю в инвентаре. Нет, не в инвентаре. Где? 34. Мне снизу 34, а у меня 43. Ну да. У меня так же. Нет, не там. Нет, в дневнике, смотри. Ой, это Таня, конечно. Смотрите, чат, сам не ориентируется, а я тут виновата. Я вообще правильно все сказал. Блин, тут, кстати, костер был. Ты там мне потрещи, потрещи, ага. А мы что, с командой теннисистов, что ли, летели, я не понимаю? Ну, видимо. Ты подойдешь к нему? Вот, чекнул. Хотя, мне кажется, это всем засчитывается. Что ты делаешь? Я хотела заправить. Но она так не заправляется, я пробовал. Да. В смысле, тут типа только ради этих? Ладно. Блин, у меня уже пол еды нету, офигеть. Да столько шоколадок, что ж мне же не хватит. Ну все равно.
Да откуда-то они знают, остались тут баги или нет, он что, разработчик, что ли? Так, короче. Тут какая-то очень большая пещера. Склифосовский. Чё? Короче, Склифосовский. Ну да. А здесь помыться нельзя? Никак. Ну чё, вниз? Веди, я же не знаю. Ты же у нас Сусанин. А, нет! Я помню, что надо вовремя. Решил. Я помню, что надо вовремя отпускать кнопку. Опасность. Так, вот здесь вот, думаю, надо перелезть. Блин, вот это вот каждый раз в инвентарь заходить, конечно. Ну это можешь назначить и клавишу. Да отпустись ты. Почему нельзя было перелезть там? Потому что... Чат, вы заметили, что танец у нее разговорчивая? Я вот заметил. Да. Ай-яй-яй, я вот я. О, вода наконец. Почему в пещере женщина, если гуми пес? Так уж сложилось. Ох, сразу видно, что Дасти пришел. Дасти пес. Угу. А Таня бахнула сегодня. Что? По голосу слышно. Не, на самом деле я энергетику. А, ну вот видишь, я же говорю, бахнула. Ну это не то же самое. Что это? Да идите вы, мелкие упыри, в жопу. Глиста в скафандре. Не знаю, я сегодня не пил. Вообще. Как-то не до этого мне. Да поджигай ты свою зажигалку. Что, это взрывать надо? Нет. Это не взрывается. Я слышу босса. О, подожди. Тут, да. Блин, тут еда, что ли? А, нет, это баллоны. Ой. Упс. Блин. Ой, ладно. Таня сегодня вообще не слышно, но он тихо говорит, значит. Я ничего не менял. Сохранишься в палатке? Ага. У нее еще этот самый фонит микрофон, если я громче сделаю, то это я очумею здесь. Да за блять, возьми ты ёбаную хуйню. Да вы охренели, почему не могу махаться? Потому что я сохранялся, наверное. Сожжем их. Да нафиг они нужны, пошли. Ну классно, а я приняла на себя кучу ударов и, короче, опять броню потеряла. Ну ты можешь идти вперед, я догоню. Да ладно. Подожду уж. Приняла они там удары свои. И ушла. Но они пока будут гореть, я чуть вперед пробегу. Может, еще кого-нибудь найду, убью и притащу. Ну давай, давай. Удачи тебе в этом попроще. Объединить. А че он руку-то ему не присоединил? Дурак, что ли? Здоров, мужики. Игрушка Тимми. Тимми!
Какие ягоды нужны, чтобы отравлять? Я что-то врубиться не могу. У меня нет, что ли, таких? Фига, у меня монет 2000, блин. Листок. Я не вижу, какие тут есть. Ты нашел еще какую-то вещь от Тимми или просто... Просто объединил. Ты идешь, нет? Бегу. Теряем драгоценные минуты. У меня клаустрофобия вообще-то. Притаранил еще одного. Тупо охотница. Так. Я там видел, что... Прекрасно, поход возле палатки. Ага. Ну да. А, я еще видел, что во второй части добавили хотя бы какой-то этот там ультрафиолет, что, блин, хотя бы, блин, в пещерах хоть что-то видно, а не тупо черный экран с мини-зажигалочкой. Блин, ты бы себя видела со стороны, конечно, это пипец. Красотулька. Да жесть просто. Интересно, какая на голову там броня надевается. Так вот, это... Лицо череп. Нет, кожаная, я имею в виду. А, с этих с монстриков? Да. Ой, там вообще, я, по-моему, видела это. На скринах, что ли, как она целиком выглядит. Кажется, император не... защитит нас! Привет, Рики. Ну? Да слабнут и сгинут наши враги! Взяла доктора Хупера, забанила. Да Рики вообще что-то. Да это не Рики. Это Лера. Девчонки буянят. Пошли, буян. Ты вроде на энергетике, а очень медленная. Бежим, бежим. Во мне много энтузиазма и мало действий. Да вот я вижу. Что ничего не вижу. Я просто, я не тороплю, просто я не могу, блин, стоять тут. Ну так иди вперед. Меня бесит. Так а что мне там одному-то делать? Тут я еще два попуща. Когда там, кстати, Dark and Darker будет следующий? В апреле, по-моему. Бля, что так долго? Мне вечером смотреть нечего. Так, а этих сожжем? Нет, пошли, не занимай. Хотя они мне сняли три брони, ну насрать. Да, блядь, еще это мелкое говно тут прыгает. Мелких ненавижу, их очень тяжело убивать, они так... Да их не тяжело убивать, их не видно нифига. Здорово, Хупер, привет. Так, я тут проходик нашла. Да тут их миллиард. Простите. Ой, здесь, кажется, на гасик ходит. В смысле? Мы вообще сюда пришли, Тань. Что? Мы сюда пришли. Вот. Куда, куда ты хочешь уйти-то? Нет, я только что разбила стенку. Чё ты? Что ты мне рассказываешь? Так, а ч... Ну так иди. Я тебя жду, а ты тут мелких дубасишь. Мало ли чё. Ой! Там... Вы тут что тут в засаде стоите? О, я даже пропустил. Они стоят лицом к стеночке вообще. Mm-hmm. Сразу, блин, видно, смотри, флорку. Уже, да, да, да. Уже четыре трупа. Ну хорошо. Ах, блин, так, нет, тут мы. А, нет, там здесь просто плыть можно. Да, можно луркеров так отстреливать, они такие потом. А, что это у меня это самое? Че, вы меня тырчите? Кстати, привет, Рики. Привет, красоточка. Доктор Хупер, здравствуй. Здравствуй, кассета. Так, ну тут взрывать надо, давай. И пока поем.
Давай серьезно. О, босс. Классик. Пошел нахер. Да, это как бы не жарко. Да. Они прикольно сделали, теперь стрелы подсвечиваются. Раньше этого не было. Ходи их потом ищи непонятно как. Понятно. Я думаю, странно, почему у меня подсвечиваются ядовитые стрелы, а не ну, типа, они не огненные, ничего. Угу. Потом дошло. О! Ой-ой-ой, еще один рукастик, серьезно. Да, блин. Да, нифига, он мне, блин, всю броню снял. Блин, не, к нему подходить вообще не прикольно. Охреневший, блин. Ну умри ты уже. Все. Изжалите. Пипец, он мне там все, блин, не знаю, на 5, наверное. Так. В смысле? Вот открыла их? Камни там стоит постаментик, я положил на него камни. И оно открылось. Пойдем? Угу. Ну лежать, блядь. Не, ну тут-то точно нужно костер. Ну давай, давай. Тем более я мерзну вообще ужасно. Бывает. Да, даже зажечь мне не дал. Сразу труп их тут навалил. Ну да. Чего тебя ждать-то? Че там есть еще ублюдки, не? Ты там это слышишь? Хера тут. Весело. Что такое? Ну там прикольно. А-а-а. Чат, да, всем здорово. Всем привет. Привет, медвед. Так, мне надо себе тоже сделать комплектик. У меня 10. Где медведь? Где-то. Я два куска мяса поняла. О, давай. Поедим, поедим. У-ху. Так что, ребят, игра однообразная. Ну, по моему мнению. Не знаю, кому-то нравится, мне не очень. Мне на, не знаю, на семерочку. Что, думаешь, Рики спрятал медведа? Ну, не знаю, не знаю. Ой, с Рики станется, она такая, ой, все, мое не буду делиться. И забрала себе. Вот так вот, Рики, я слышала, да? Там внизу, там какой-то внизу, по-моему, трэш. Ничего нету. Там это типа просто, чтобы выбраться. Мы пошли вперед, значит. Ну и эти, и чемоданы. Нахер они нам не нужны. Так, одна нога осталась. В смысле? Ну от робота. А где ты вторую нашла? По дороге, на этом вот мостике лежала.
Ты сказать не могла мне? Я думал, ты заметишь. Ну, конечно. Где на мостике? Ну, где тут, на этом. А-а-а. Ладно. Блин, темно как в жопе прям. О, попуще. Прямое оружие все. О, блядь! Попадение! Только нахер. Нахер с пляжу. Иди сюда, мразь. Куда побежал? Ослабнут и сгинут наши враги. Опять бота забанили. Бедный бот. О, босс. Да, я со стрелы постреляю. Стреляй, мне еще. Сейчас просто сагрится на тебя. Как бы да. Да, блядь, сёк мне. Опять всёк. А фиолетовая она две... Два удара выдержит. Блять, там еще попасть. Знаешь что, катана получается станет, а это... Короче, да тут хрен поймешь. Там смотри как попадать. Если попадаешь в бензопилы, то он нормально и стагерит и все делает. Ну ты можешь погулять, короче, поэтому я пока трупы сожгу. Угу. Добро не пропадало. А, мы внизу этой фигни. Вот тут вертолет. Мачете. Вон тут еще один попуч. Ой, мачете надо, это хорошо. Так у нас же самое крутое. Типа катана. Им, по-моему, рубить можно. Так, а где еще один попуч? Мы же четверых убили. Не знаю. Так. Так а что, вертолет только катана, что ли? Что за говёный вертолет? Мачете. Ой, ну в смысле мачете, да. Идиотизм. В вертолете должно быть оружие. Ну это может какой-нибудь исследовательский, что-то всё равно. Неважно. Всё равно оружие. Так она об этом и говорила, Рике. А, ну да, Рики захотела медведя и не хочет делиться. Логично, логично. Ну. Если так подумать, будь у меня личный медведь, я бы тоже не делилась. Нахер тебе медведь? Не знаю. Ну вот если бы был. Не, катана лучше, чем мачете. Да, лучше. Мачете, по-моему, деревья можно рубить. Ммм. Или что-то такое. Зато я себе костюм нашел. Ты пилот? Ну хоть не стюардесса, да? Ну да. Дом посмотреть, кого? Медведя? Мачете. Катер тоже пилот. Вторюшка. Ну, можно здесь помыться? О, кайф. Да, блин, два толстяка. Слушай, в жопу их. Где мой динамит? Ну, смотри. Давай, кстати. Ой-ой, они сагрились. Они... А, блядь, прям мне в лицо. Я думала, они не могут на камни залезть. Я тоже не, блин, думал. Ну-ка, отойди-ка. Так, ну сюда-то не могут. Бля, они до... А до того я не докину, наверное, да? Ну, убивай, короче, его. Попробуй с тем вот разобраться. Я не докину, мне кажется. Ну, давай. Блин, напугал меня. Блин, ну почти. Может, повыше? Я когда одна играла, у меня вся тактика была. Я залезала на камни.
Я оттуда всех тупо расстреливал, потому что в одиночку это вообще жесть какая-то. Да, я представляю. Сражаться. Ты убила? Да. Ну, надо второго тоже это. Прикинь, у меня нет, я не уследила, у меня нет места для брони. Ну так надень ее. Подожди, я агрю. Ладно. Мне нужно, чтобы у меня одну броню снес. Зачем? Не, я не могу взять, у меня все ячейки брони заполнены и... Ну мне бы отдала. Не, у каждого лично. Ты тоже можешь снять. Да мне не надо. Меня, в отличие от некоторых, бьют. Бля, не понимаю. А, это хорошие стрелы, они летят прям так, что ли, без навесика. Что-то он вообще на тебя хер положил. Я убежал от него. А, нет. Где моя броня? В смысле, она пропала? А, нет. Ой, короче, чё это бред какой-то. Я лучше броню заберу. Ну да, да, фитиль короткий. Последний динамит должен был его убить, а он просто не долетел до него. Что там? Какой ты мерзкий, а. Все. Ехал. Крови высосал. Так, тут где-то должны лежать мои стрелы, которые я промахивался. Вот он. Раз. Два, три. Четыре, пять. Шесть. У меня яд кончился. Ужас. Ну и чё тут? Ну, такое дело, мы все еще не нашли Эльбизер, так что идем обратно. О, здесь какая-то подземная пещера. Да, в этом есть проблема, она вся в воде. Ну, это я понял. Подожди, а что там? Твою мать, там еще этот рукастый с тремя попущами. А нахер мы сюда поперлись, если акваланг был там? Я не знаю, да? Я не помню, что это именно эта пещера. Хотя короткая память, ты в курсе? Возможно. Возможно, ну да. Пью мало витаминок. Ты их вообще пьешь, начнем с этого? Да, я пью витаминки. Ужас. У меня даже не Лера посоветовала. Фу. Так. Так, все, сейчас вылазим. Идем туда за ребризером уже точно. И потом сюда обратно. Но нам не нужно будет идти весь этот длинный путь. Сюда можно и попроще добраться. Угу. Как скажешь. Так, ты здесь ногу-то взял? Да. Вот она вот валяется. Да. А почему она, кстати, не взята? Она резнулась. Да. Она резнулась. Я ее второй раз взял. Я тоже. Непонятно зачем. Теперь у меня есть две ноги. Заходи, чё ты? Дверь меня ждала. Так, а тут чё? А, тут это как раз та дырка, которую, через которую мы видели проход. Блин, да, Градорм, это, кстати, вариант. Ждет чего? А, Реса? Угу. Нет, тут можно... Тут есть пещера, которая... Мы, кстати, в ней даже были. Которая выводит, помнишь, на такой этот... На уступчик где-то посередине кратера. Там можно аккуратно по камням пропрыгать вниз. О, вот в этой игре прыгать аккуратно, это, конечно, да. Не-не-нет, там правда, ты там так аккуратненько скатываешься.
И тебе не нужно вот эти длинные пещеры идти. Угу. Твой выход очень близко. Да-да. Мы не будем тогда ничего изучать, сразу на выход. Ну, мы за аквалангом идем уже час. Чего тут сразу-то? Ничего, просто говорю. Не, может показаться, что я тороплю, но я не тороплю, меня просто бесит. Я не могу. Это все очень медленно. Реально, мы 3 стрима уже ищем сраный акваланг. Ну тут. Не знай ты, что тебе нужен акваланг, еще бы дольше искал. Ну да, по факту. Я бы еще больше бы. Не знаю, нервничал, наверное. Пусть Таня прыгает первая, она так аккуратно пропрыгает, а вот Эша придется резать. Да, да, конечно. Именно так. Блин, в воскресенье в парикмахерскую пойду наконец-то. Состригу свои патлы. Нам, по-моему, вон туда, не? Потому что там мы... А, нет, подожди. Это не взорвать. У тебя член на плече. Ты что дергаешься? Я тебя не бил, кстати, сейчас. Это от холода, я опять мерзну. Я тоже мерзну. Не греют меня причиндалы на плечах. Ну да, вообще это большой палец, по-моему, был. Ну ладно, неважно. Больше на пипирку было похоже. Боже, эта игра ужасна. Тебя смущают... Пипирки от монстров? Блять, да! Не поверишь, они меня смущают. Ой, еще спать хочется, пипец. Ой. Я вообще не высыпаюсь, я не знаю, что со мной, блин, это реально какой-то ужас просто. Не неделя. Спать. Блин, ты не поверишь, я пробовал. Так тут хоть спи, хоть не спи. Ну нам вот здесь вот наверх. Угу. Что нельзя по диагонали ползти? Здесь я сегодня уже был. Это мы идем на то место, куда ты упала. Возможно. Да невозможно, а точно, я только что подходил за тобой. Если что, место откуда ты упала, это нам надо вон туда. Вот вниз и вон туда. И вон подъем на тот вверх. Блин. Нам туда? Туда спускаемся, да. Ну, вот. Ты бы сказал бы, что нам туда? Я бы сказал бы. Нам надо наверх. Мы идем на выход. Как бы. А, точно. Пошли. Я там силу сжирает, когда шифтишь на веревке. Хорошо, что ты здесь не падаешь, когда у тебя кончается выносливость. Ну да, это был бы вообще посос. Я бы уже бы дропнул бы эту игру. Если бы еще и падал бы. Только этого не хватало. Вы, кстати, шатауты на джедайчика сделали, нет? Чат? Или забыли? Я что-то сам просмотрел. Ну вот. Упала ты вот отсюда. Вроде. Да. Нам еще выше?
нам больше некуда. Спасибо, чат. Да. Так, здесь какая-то страница. Ой, может здесь нога есть? Я вижу краску только. Ой, фонарик есть. Фонарик. О, нога, кстати, лол. Где всё. Нога? Не знаю. У меня. А, нет. А, точняк, да. Нет, нет, это та же самая, просто она задвоилась. Ну я собрала игрушку. Че, еще надо? В смысле собрала? А почему я не собрал? Игрушка Тимми у меня собрана. С двумя ногами? Да. В смысле, почему у меня с одной? Не знаю. Да еб... Так, куда... А куда здесь? Какого хрена? Это мы сюда залезли только ради краски, что ли? Да? Блин. Где-то вторую ногу нашла. А, веревка, ёлки-палки. Что? Веревка. А еще одна? Да, она просто короткая и высоко. Фигово видно. Блин, я не понял, а почему у меня робот... Может, у тебя багануло как раз? Может быть. Все, может. А быть. Зайди еще раз в инвентарь, посмотри на робота. Ну я его собрала, он нормальный. Мне кажется, ты меня наебываешь. Нет. Слишком долгая была пауза. Так, вот мы отсюда пришли, да? Да. Да. А, подожди, мы сюда пришли. Ау. Мы это вход, мы отсюда пришли. Подожди, а зачем нам туда? М? В смысле, мы идем наружу, чтобы пойти в пещеру за этим? А нахрен мы вообще в эту пещеру перлись? Ну, она была рядом. Ты гонишь, что ли? Я бегу, пока меня не ударили. Понятно, короче, Таня решил надо мной поиздеваться, ясно. Ой, идем за аквалангом, да, идем. Давай, заходим. В этой пещере, да, в этой пещере. Так, нахер мы стоперлись? А ну просто так она была близко, блядь. Просто час выкинули нахер. Какой он ворчун, чат. Да, у меня сегодня ворчун. Такое настроение. Ну потому что, блин, я тебя спросил, идем. Это та пещера? Да, та. В итоге оказалось, что не та. Я тебя не слушаю. Слоны идут нахуй. Блядь. Ой, ну я не могу с этой Таней, блин, ей нельзя бухать, короче, нельзя энергетики пить, я понял. Она становится какой-то, это, странненькой. Фух. Вот так вот, представляете, вот, составляешь человеку компанию в игре, ускоряешь игровой процесс, показывая пещеры, а тебя, это, говорят, что ты странная... Я, кстати, не оскорблял, не надо тут. Да, да, вот Градорма, я тоже уже подумал о этом сосе. Стоять, ёпта. Разводи костер, пока я убью их. Женщина. Я что-то мёрзну до сих пор. Да хватит меня в спину-то бить! Блять, ты ж там танцуешь, не? Вдвоем быстренько как. Угу. А что будет из Тани энергетик дать? Ну вон, послушай, что она говорит. Он, наверное, имеет в виду энергетик с алкоголем. Нет, я имею в виду просто энергетик. Умрет? Нет, сегодня. Так вот я просто энергетику выпила. Ну, а я о чем говорю? Что с костром? Ничего, он горит. Нет, он сломался. Ну, я его, наверное, ударил, пока бил тетку. Ах ты. Там вон еще один чувак с фонарем. Ну ты его бей, а я костер. Да, как двое. Ай-яй-яй, меня за что? Ты его бей, а я костер. Ага. Блин, я сломала костер. Все из-за вас.
Ты справишься? Естественно. В смысле? Еще один? Да вы охренели? Пошел вон, пошел вон. Я хочу согреться. Сколько можно мне мешать? Мне кажется, Таня за сегодняшний час сказала больше слов, чем за два предыдущих стрима. Еще и мелкие пришли. Тоже будете на нервы действовать. Короче, пока тебя дождешься, я сам разведу костер. Че там, блюешь уже? Это был приступ злости. А-а-а. Я вот тут он. Сражаюсь, а ты... Не знаю, меня тут дамагает, если что. Ну все. А ты плакала. Я не плакала. Нет, я не плачу. А, ну да, ну да. Рассказывай. Татьяна, кодовый позывной костер. Ай, да, чат, именно так. Че еда быстро тратится, блин. Мы вообще согреваться сегодня. Есть шоколадки? Я согрелась. Я нет, вообще у меня не идет эта штука вверх. Это вообще кошерно, не? Что? У меня не идет согрев. Я не знаю, я согрелась. Блин, давай. Потому что ты в душе холодный. Я холодный? Фига себе, вот это предъява, нормально. Не знаю, меня не согревает это говно. Встань от него. Угу. Что мне еще сделать? Можешь съесть. А, пожрать надо было просто, понятно. Ну все, ты готова. Алло. Алло. Да, да. Шли. Там сзади еще пятеро, четверо. Они сейчас побегут к нам. Ты долго стоять ну, будешь? Давай. Так, нам на... Ну все, поздно, они согрелись. Метку. Да все, побежали. Ну забей. Да че ты? Куда нам? На розовую метку. Угу. Понял. Ну конечно, блядь, давай меня, блин, в спину, ладно, пиздить, а? Ах вы. Так, мне нужно выпить энергетик. Так, отлично. Какой энергетик? Пошли. Вот чтобы была энергия, чтобы бежать. Он задолбал. Всё. Подожди, а где энергетик тут? У меня нет такого. Ну, пиво ты называешь его пиво. Это энергетик, здесь нет пива. Ну, газировка это. Ну, газировка. Ну, так это не энергетик. Но ты его выпиваешь, у тебя энергия сразу появляется. Полностью. Такое. Почему мне холодно и мокро, я не понимаю. У меня почти фулл стоп. Дошел. Да, Дасти, точно. Ой, аккуратненько, тут главное не упасть. Да вроде не собирался. Хотя у меня губы потрескались всем, блядь. Можно. Хотел сказать, скорее бы зима кончилась, уже весна. Ну что-то это, я сегодня поймалась на мысли, что как-то надоело мне ходить в пуховике, надоели мне шарфы.
шапки, шарфы, снег, грязь. Я уже хочу это, чтобы было сухо и все зеленело. Ну, я думал, ты надела короткую юбку и косуху. Нет, я... К сожалению, я мерзну. Ну, это нездоровая фигня. В такую погоду так одеваться. Я так в этом году себе пальто и не купил. Подожди, на розовую метку, в смысле, в пещеру, в которой мы уже были? Нет, короче, здесь не было. Розовая метка, это яхта. Да. Здесь слушай, надо попробовать, может, отлагала там это, дверь Валерьевича. Давай, здесь есть два входа. Надо их найти. Угу. Да, и хочется, чтобы лето не кончалось. Совершенно верно, Грэдерму. Чтобы оно за мной мчалось, за мной след. Так, ты тогда проверяешь, а я поищу здесь вход. Вот. Слушайте, чат, а вторая часть, она точно такая же, как и первая, или она лучше? Нет, 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 я там смотрела картинки. Нормально там. Можно небольшой спойлер? Можно. Там даже, по-моему, огнестрел есть автоматически. Mm. Так что... Короче, а не открывается эта вонючая дверь. Я не знаю, как это. Я знаю, что полного сюжета там нет. Шоколадки, баллоны, блин, деньги. Ой, я сохранюсь. Блин, какого хрена? Почему эта дверь вонючая не открывается? Ну это пиздец. Ёпка какая тут. Чё? Слина. Слушай, давай это... Тут есть ли палатки? Ночь переждать. О, давай на яхте, точно, на яхте переждать. Да, блядь. Давай. О, я отмерз, неужели? Кстати, все, уже рассвет, слышь? А, бля, бля. Да вы издеваетесь сегодня надо мной, что ли? Блядь, сегодня пятница, можно уже отдохнуть от мозгоебства? У меня, наверное, после вчерашнего какие-то остаточные явления нервика, и поэтому я бешусь почему-то. Убей эту черепаху. Зачем? У тебя нету панциря. Есть. Нету. Откуда? Я его подобрал с прошлой. Да, пофигу. Нам тут уже, в общем-то, не надо ничего строить, если ты хочешь просто игру закончить. Да, я хочу просто игру пройти, правильно. Тогда пофигу нам на воду, газировкой отпоемся. Ну, принцип тот же, бегать по меткам, только без строительства на ДНМ. Там нет строительства? Не, ну он там есть какое-то. Тю. Там сюжета нет. Ну, то есть там мало, но там я видел парочку очень прикольных фишек. Не, ну я не знаю, можно, конечно, ее пройти. Но это еще на стрима 3, наверное. Потому что в ЛГ с Бейлом, по-моему, с кем он там играл. Там они... сюжет не закончен. За 15 что... часов прошли. Без крыл что-то вообще неделю, по-моему, играл. Ну, в выживастике так-то можно долго играть, пока ты тут настроишься, ну, понятно. Все наисследуешь. Если строить нельзя, что там? Не, ну что-то-то можно. Захотел отдохнуть от мозгоёбства, пошел играть в игры с женщиной. Блин, такой ты сексист, конечно. Эта дверь не залагала, она открывается другой карточкой, которая в последней пещере лежит. Блять, а сразу сказать не могли, да? Ладно. Чё, куда? Подожди. Тут мразь пришел. Ой, две мразь. Несколько. Давай убьем, я это получше карты посмотрю. Давай. Там просто такие изображения этих пещер. А, ты загуглил, я понял. Да. Я не тебе, я продам. Так. Ну это, ты там, не знаю, сожги их пока, убей.
Хорошо. Кто мне палочку бы дал? Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Блин, может включить саундтрек к этому? Ах, ёлки-палки. Как его? К Atomic Heart'у? Блин, слушайте, это же реально, за него же не забанят. А на Яндекс.Музыке он, по-моему, уже есть, да? Я поняла, в чем у нас была проблема. Блять, удиви меня. Мы в той пещере были, но у нас тогда не было скалолазной фигни. Ой, да... Альбомы. Так. Не, подожди. Это... А есть прям альбомом-то или только ВКонтакте это все лежит? Альбомы. Ну, какой-то этот. Что тут по одной песне-то, ёпта? Меня там не бьет? Привет, Филиппыч. Сам попа. Ну, придется с рекламой слушать, ладно. Спина уже мокрая, блядь. Почему я не потею, когда у меня стрим выключен? Что, как это работает? Так, Atomic Heart. Мы тебя будоражим. Да ебать вообще. Ой. Сорян, чат. Это было громко. Подожди, это, это мои треки. Не-не-не-не. Вот, Atomic Heart Original Soundtrack. Вот. Так, сейчас, чат, подожди. Тебе скинуть? Я могу на YouTube ссылку скинуть, чтобы лето не кончалось. Да нет, мне нужен полностью плейлист. У меня одна песня. Могу полностью плейлист скинуть. Я уже нашел ВКонтакте. YouTube. У меня добавлен, по-моему, в первый же день. А его удалили? Ну его удалили, потому что там были картинки с нейросетью. И через какое-то время его... Нет, ну, нет, короче, нет. Из-за чего-то такого удалили. А потом его снова залили, но уже без каких-то там артов, там просто типа у них их обложка была. Ну, красная такая, да? Нет, черная с близняшкой. Ну, или темно-синий, что-то такое. А, ну он без выбора песен только, да, получается? Я вот нашел. У меня нормально с ним. А, вот, есть тут, да. Все, ребят, теперь мы с музыкой будем, может, как-то повеселее будет. Даже, ну кто он мне скинул, не? Ой, Годилыч, спасибо за хост. Да, это тот же самый. Так, чё ты где? Пошли, пошли, давай, бегом. Я готов. А здесь в этой игре прикольно флекситься, кстати. Хочешь, я тебе покажу, как это выглядело? Да представляю. Ну да. В Таркове так прикольно делать. Башкой крутить. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Теперь Таню вообще не будет слышно, наверное, но это не важно. Хотя я могу теперь ее подождать, погромче сделать. Я могу начать подпевать, я ничего не слышу, но я могу. Мне не надо, спасибо. А не, не могу ее погромче сделать. Мне и так она на максимум. Вот. Вот ты пещерка, чтоб тебе. Да. А может мы в ней, кстати, не были? Что-то говорят, кстати, что, по-моему, вот это вот самая лучшая, типа, песня, ну, в интернете прослушивания у нее больше всего. Там сначала была на недельку про Комарова, там три микса, один из них вот был прям топич залез. Угу. А сейчас, да, сейчас вырывается лето. Не, я сейчас слушаю этот, который, где этот,
Бля, как эта песня называется? Короче, где он там это, на комбайне это самое, траву косил? Я не помню. Я не знаю, какая была песня на комбайне. Ла-л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 а, вот это вот. А. Я не помню, как она называется просто. Да вы что ж, вы тут сразу-то накинулись-то. Да, блядь. Как мы тут быстренько прибежимся. Угу. Ага, здесь выход. Так, может там флаг поставить сразу? Да пофиг. Мы найдем, отсюда выйдем и не будем возвращаться уже. Вон, с музончиком, ребят, поинтереснее как-то стало. Мне даже настроение чуть-чуть повысило. Да, повысит. Возможно, здесь не хватает. Ну, здесь в этой игре точно не хватает эмбиента. Это прям вообще... Прям вот вечная глухомань, это прям бесит. Бабосики, бабки, бабки, бабки. Нахер мне тебе нужны? Не знаю, не могу удержаться. А зачем вообще в этой игре монеты? А, взрывчатку делать из них. Ты, кстати, можешь сделать взрывчатку. Да нет, спасибо. Блять, альтан на случай. Какая-то бесконечная песня, если честно. Не то, чтобы я против был. Вот это мне не очень нравится. Какие же вы стрёмные, ребята. Да эти не стрёмные. Честное слово. Интересно, Кассиопей там разродился или нет? Он, по-моему, только на этой неделе. Он уже отвез уже давно. Ну, на этой неделе он отвез. Ну, обычно, когда отвозят, уже прошлой. Как бы вот-вот, как бы. Что это такое? Шоколадочка. Фонарик, который я, блядь, найти не могу. В смысле, здесь кроме сердец ничего нет? Земля в иллюминаторе видна. Ой, мне, кстати, очень нравится эта земля. Моему брату, кстати, она вообще не зашла. Он сказал, что оригинал лучше. Не, ну оригинал понятно, оригинал хороши. Эти, как сказать, миксы хороши, потому что оригиналы шикарные. Но ну, такие, да. Когда хочется что-то потяжелее, прям ух. Не, я прям затащился от Пугачихи, прям лето, да, прям вообще. Да, Арлекино, лето, трава у дома, прям очень класс. И вот один из миксов про Комарова мне понравился, он такой не тяжелый, скорее. Mm-hmm. Жалко они этого Муслима, mm-hmm. Муслима не сделали этот, который про Москву, блин. Возможно. Блин, ну, вот так вот. Я подозреваю, что как бы мне очень нравилась, например, песня с этим, музыка нас связала, но там проблемы с правами были. Mm-hmm. Поэтому... Подожди, она была в игре? Нет, ну, которая в трейлере была. А-а-а. Она же шикарно звучала. О, акваланг, о! Ебать! Да. Да ну неужели? Всё. Так, можно одевать. Надевать. Это мне простор. Как там, Муслим Магомаев, да, у него фамилия? По-моему, да. Просто эта песня тоже есть в игре. Я по радио слышал. Но если бы на нее ремикс бы еще сделали, то была бы вообще бы пушка-бомба. Под космодромом. Это ледяная синева. Во снится нам кровавый у дома. Чё, куда плыть-то? Да просто плывём. Такая вода мутная. Вот это вот специально, чтобы
было тяжело плавать. Ну да, чтобы вообще не видно ни хера было. Ну вообще вода такой не должна быть, ну типа если Ирелла. А зачем мы вообще тут надевали этот скафандр? Не знаю, я просто снять не хочу. Подожди, а он теперь ничего навсегда, что ли? Нет, ну ты его можешь снять. А зачем тратить кислород? Ну такое. Не, смотри, когда ты не в воде, он, наверное, не тратится. Ты вот уверена в этом? А чё-то нет. Я о том. Здоров, фанатики. Что вы тут? Блин, вот тут, а вот эта страничка, опор. Кислород только в воде используется. А, ну ладно. Тогда окей. Окей, окей. Да, ребят, переходите на ВК Play Life, ставьте там лайки. Если вам не впадло, можете еще оставить стрим там включенным, чтобы просмотры шли. Может, зрителяшек побольше будет. Я, кстати, блин, все хочу попасть на главную в ростер, блин. Я видел, точнее, не видел. Бабочкой! Я видел, что писали ребята, они видели там стримеров, у которых там, блин, меньше, чем у меня зрителей, они попадали там в ростер. Ну, почему у них все равно мало зрителей было, непонятно, но это ночь была, наверное, из-за этого. Видимо, мало стримеров. Ну, короче, суть в том, что, блин, туда возможно попасть, когда ты... Да, да, ну, возможно, я там видела, и 30 человек. Короче, вот, я хочу туда. Там постоянно шнур, но видно, не перематывай. Да ведь там по КД. Ну, да, 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 когда. У них, мне кажется, приоритетная эта штука. Чисто по зрителям. Вроде как... Ну, по крайней мере, из интервью, что из подкаста, что было у Игоря, это фигню снять. Какую? А, убрать, все. В инвентаре правой кнопкой на него, и он снимется. А. Он, если что, тебе просто этот, режет угол обзора. Да как-то тут насрать на него. Ага. Блять. Таню, послушай и сделай наоборот. Ну реально. Блин, ну вот Арлекино мне, ну так, средненько. Это как нам не сюда, да? Сюда, сюда. А, там дырка. Здорово, утки. Так, ну и что, мы сюда приплыли? Сейчас так? Нет, все, пошли. Чат, вон там, кстати, музыка не громко, нормально. Вы хоть Таню вообще слышите, нет? Ой, да зачем? Ну, мало ли. Не, ну должны слышать. Музыка тише. Чё, куда? Ну, сейчас по краешку пройдём, в пещеру. Понятно.
Украинские власти, кстати, захотели, чтобы Atomic Heart перестали продавать на территории Украины. Такие, конечно, крендели. Когда уже до людей дойдет, что всем, ну, как бы, пофигу на эти все запреты, не запреты, смысла от этого вообще, ну, ноль. Что, нам сюда? Да. Окей. Что-то эту песню я вообще не помню. Запрет только подстегивает желание это опробовать. Ну и в этом смысле тоже. Да уже, блин, понимаешь, они еще это начали делать спустя 2 недели после выпуска игры. И когда уже все поиграли. Да, когда уже все поиграли, или... типа. Не, ну конечно, там в игре много всяких стебов по поводу санкций, всего вот этого. Поэтому, типа, понять-то можно, но... Нормальный генератор плавает. А, подожди. Так, блин, если ходить в этом скафандре грёбаном, тот же фонарик есть. Можно зажигалку вообще не таскать теперь. Или нет, подожди. А, нет, он выключен. Сука! Ну-ка, если выключить. Блин, говно. Блин, им надо было в игру добавить группу телевизор. Вот это был бы вообще кек. Там бы, блядь, у людей такой пердак, так бы он взорвался вообще. А чё? Никогда не слушал группу телевизор? Mm-hmm. Тут таблетки есть, слышишь? Да, у меня. А мало. Ну. Послушай как-нибудь группу телевизор, вот. Газировка, кстати. Там у них хорошая песня про Газпром есть. Блин, я не могу вспомнить, что это за песня. Кто это поет-то? Песня прикольная. Да давай ты, Кендель, ответить. Ты умерла? Блин, как ты выжила? Я сейчас умру стопудово. Ты просто идешь и аккуратно... Я понял. Сам стекаешь по стенам. Покуха. Вот, всё? Теперь идем в воду, в пещеру. Ну а что? А, понятно. Дождь. Подожди, что за песня, блин? Это Владимир Кузьмин, это. А, как я не Казанова. Мне очень нравится музыка, как сделали этот ремикс, но мне совершенно не нравится сам оригинал. Mm. Ой, у меня часть из текста. Ну, Кузьмин, он такой, он своеобразный дядька-то. Блин, а с кем я сегодня отрывок видел, блин, какого-то артиста, короче, который про плоскую землю там втирал. Блин, а не Кузьмин? Подожди. У Комарова. Подожди. Владимир Кузьмин. Владимир Кузьмин. А, нет, это не... Блин, я не помню, как того зовут. До второго. Вот тут проход. А, ёлки-палки. Что, ёлки-палки? Да я что-то плаваю, не могу найти, куда здесь спускаться. Вот в эту кишку. Так, а баллон он сам заменяет, прям под водой? Не знаю, но нам хватит. У меня просто осталось.
Немного треть. У меня где-то треть, да. Нет, этого хватит. Песня про плод. У кого? Кузьмина? Вы думаете, я его слушал, что ли, специально когда-то? Ой, а плод — это прикольная песня, мне нравится. Это вот это вот на маленьком плоту. Не помню, как зовут. Подожди, Рики, ты про кого сейчас? Про того, кто про плоскую землю затирал? Или про Кузьмина? Который только что про Казанову. Плот — это Юрий Лоза. Юрий... Да, вот этот крендель. Блять, вот загуглите, короче, Юрий Лоза, плоская земля. Это пиздец вообще. Да. Я просто сегодня ухахатывался с этой хуйни. Это такой ржач. Так, вот еще один рисунок. Там этот интервьюер говорит, ну вот, типа, Юрий Гагарин мог бы сказать, что Земля круглая, потому что, типа, вот он ее облетел. И он там начинает, вот, Лоза говорит, типа, ну да, типа, вот фотографии, типа, это все рыбий глаз, когда рыбий глаз, там все кажется, блядь, округлым. И, блядь, сука, так это смешно, конечно. Блядь, адепты плоской Земли — это вообще кекос по кекос, как Игорь говорит. Ой, у меня, подожди, у меня фотка в руках. Не могу ничего делать. Да давай ты уже меняй. Да возьми ты, ну. Да придурок. До второго. Эш. Что? Смотри на меня. Ну чё? Я вся в этом. А, ну у тебя просто обычная голова. Ну голова, да. Интересно, в этой игре есть какой-нибудь лаз-босс вообще? Что ты говоришь? Я опять мерзну. Да я тоже. Ты же не греешь. Я лысый мужчина. Я не знаю слов. Вот так вот. Слушай, а от нас до Комарова сколько ехать? Недолго же, да? Куда-то мы... Не-не, все нормально. А. Слушай, давай костер разведем, что-то вообще персонаж. Давай. Крестили зажигалки. Ну, что-то не копится у меня. Что не копится? Холод. А, съешь. Что-то съешь. Голод. Да, у меня не такой уж и голод. Достаточно, что ли? Сорн не копится. Присел? Да, ну жопу погреть. Так аккуратнее с баллоном, с холорозом-то. Да ладно. Костру. Нормально. Шли. Ну что, пойдешь теперь впереди? Мне пофиг. Подожди, а что там наверху? Пройдись ко мне. А, понятно. Ну, мы на финишной прямой. Она будет немного извилистой.
кривой, но на финишной кривой. Угу. Здорово, мужики! Еще один? Да вижу, вижу. Иди сюда. Мы тебя. Блин, фигово, что я робота не собрал, блин. А если мне достижения за это не дадут? Ну, вообще, да. Блин, пиздец. Ну, это... А как так-то? То есть тебе засчитали, блин, ногу вторую, а мне хуй. Понятно. А, по-моему, еще в первом проходила. Не, ну, блин, в этом-то ты не находила. А. Либо ты где-то ее нашла, не сказала мне, и мы ее... Я могла не заметить, я же бегу, всё. Ну, понятно, блин, вот, то, что игра такая. Ой, смотри, он утонул. Дурачок, чё. Надо сохраниться. О, да. Так, тут будет взрывчатка? Мне нужна взрывчатка. Вот это, я могу снять? Непонятно, наверное. Чё, идём? Угу. Так это подожди, это все уже Ластецкая пещера? Да. А, да ладно. Блять, то мы, короче, час носимся, непонятно, что делаем, а то получается, что... Сейчас, подожди, дай там музыку, что ли, выключу. Тут что-то как-то это... Так, слушай, у меня на лицо сейчас что-нибудь оделось? Нет. Нет? Я вообще все 10 одела. Не засчитала. Надела. Ну, то есть на лицо. Надела. На лицо все равно это... Так, у меня загрузка и... Угу. А. Ядрить! Так, ну-ка дай-ка я акваланджик сниму свой. Важно, у ног и рук игрушки одинаковый код и имена файлов. Они, по сути, дублируются, поэтому для игрушки нет ни левых, ни правых ног. Это означает, что вы можете сохранить игру и выйти, а когда снова войдете рядом с рукой и ногой, то они возродятся. То есть... Ну вот, видимо, у меня резнулась пещера. И так я меня, второй раз подобрала. Так я тоже второй раз подбирал. Только я когда объединил, она у меня превратилась в одну. Понимаешь? Ты объединил вообще игрушку? Да. Вот у меня одна игрушка. Игрушка Тимми. Блять, ну у меня тоже игрушка Тимми. Ну и чё тогда? Чё ты жалуешься? Собрал робота? Ну у меня собрал, нету одной ноги. Короче, у меня не... Видишь, вот она не отображается. Ну, может, просто визуальный баг. Ну, может быть. Ладно, черт с ним. Подожди, а тут наверх он можно, нет? Да, наверх и надо. Подожди, а. Сейчас опять, блин, что-нибудь найдет и не скажет. Так нет, Градорма, она при том, что я же выложил-то обе ноги, понимаешь? Да короче, хуй забей. Я взял, да. Не дали, так не дали. Я собрал. Кстати, подожди, надо же их это, наверное... В броню превратить. О, у меня фул. Кого? Брони. Ну ты ж там надевал на себя фиолетовую. Ну, костюмы тебе фул. Куда, подожди, куда у тебя все фиолетовое это делать? На мне. Подожди, она дублируется, что ли? Можно и фиолетовый. 10 костяной, 10 фиолетовый. Да, ну у тебя же тоже, ты можешь и ту, и другую одеть. Так нет, это у тебя 10 максимум, мне кажется, это просто ты заменяешь одну другим. Нет? Типа ты не можешь 11 надеть кусков. Не можешь, да. Ну, так ты, чё, как у тебя может быть 10 одного, 10 другого? В инвентаре. Жопа. Всё, тупик? А, понял. Какой же тупик? Какая девчонка. Пользователь посмотрел 3 трансляции подряд в этом месте и открыл серию просмотров. Бабай. Поздравляю, бабай, привет. Бабай, палица. Палица. Моргенштерн. Так, пойдем. Угу. Тряпочка. На недельку до второго.
Подожди. По-моему, вот сюда зайди, да, тут это. Тут тупичок, но интересный. О, еще робот. Блин, его прикольный. Ну, не то чтобы интересный. Ну, мне кажется, это отсылка на Чужого вообще. Нет, это по лору здесь подходит, что-то встал. Я читал книгу. Ты читаешь книгу, стоя в полу. Так это не пещера уже. Чё ты начинаешь? Нет, я говорю, ты просто когда открываешь... Я не тебе. Градор, мы это уже не пещера. Ты можешь разговаривать не только со мной. Да, прикинь. Это уже лаборатория какая-то. Таблица Менделеева. О, столовка, пожрем. Сахара. Мы в научном комплексе Сахара находимся. Еда. Нафиг тебе еда. Которой там нет. О! Газировочки. Шоколадочку. О, можно за бабки. Сюда, блядь. О, монетки. Сюда. Ой, алкашечка. Нормально. Так, а мне не надо? Нет, у меня молотого есть. Все. Да нет, понятно, Градорму, я понял. Я же ничего не говорю. Все нормально. Тут какая-то каркозябера. Или что это такое? Вот. Непонятный элемент. Чего не отворяются врата, я не понял. Ну, блядь, откройте. Откройте! Точняк. Сам ой, подожди, я чё... выход или показать? Чего? А, ну вот, наверх, понятно. ККК. Так. Идем. Опять вот эта гробовая тишина, конечно. Ты идешь там? Я не могла запрыгнуть. Понятно. Так, что тут еще? Блин, вот это уже какой-то. Куда весь замок? Слушайте, прям Atomic Heart начинается какой-то с этими подземными штуками. Короче, они похищали детей. Из них делали каркозяберов. О, а вот и каркозябера, кстати. Ну, сдым. Да сука. Можно будет кассеты в какой-нибудь момент посмотреть. Ой, кстати, да, надо бы. Предлагаю это сделать сейчас. Давай, тут как раз место подходящее. Так, пленка. Подожди, там что-то. Я у тебя на стриме посмотрю. А, ну ладно. Так, что там надо? Сюда. Я сейчас обследую, чтобы здесь никто на нас не нападал. А как смотреть? Вот так только? Да. Ой, боже. И все? Ну, они коротенькие, да? Тебе тут не кино на час. Да. Ой, не снимайте меня. Я стесняюсь. Слишком много ест. О, обелиск. Ядрить. Какие-то... Инопланетные технологии вот эти вот. Ды-ды-ды. Видели, знаем. О, нифига там пацана контачит. Он, наверное, не знаю, Буланова услышает. Да это ускорено. Да не. Ты что врёшь. Холостецкая. Ну и, короче, они все отъехали от этого тусовщика супермаркета.
Подожди, я тебя не слышу. Тут наконец-то звук появился. О, он его пипиську снимал. Видели? Чё говоришь? Если интересно, могу рассказать. Чего? Соль. Ну, что тут происходит? Ну, они ставили опыты какие-то. Ну, так, подожди, может, я еще узнаю, зачем спойлерить-то? Хорошо. Не... Ну, тут, типа, если все картинки внимательно рассматривать, документы читать, кассеты смотреть. Я слышу босса. А! Вот. О, стреляй в него, давай, ты же здоров. У нас лучница. Да. Эй, пёс, ёпта. Я не перегораживаю проход. Да я и ушёл, спокуха. Ой, попаду, ладно. Или не попаду. Так лучше. Я его обойду с другой стороны. Да и он тебя убьет. А, мы будем его забирать. Ага. Я его убил. Тебя за две... Убил? Да. Не спрашивай, как я это сделал. Через дверь катаной? Ну да. Я, видать, попадал по нему, либо тут дверь бестекстурная. Одно из двух. Где стекло, этого мы не облутаем. Да нам... Ой, какая хрень. О, это я в кроватке. Реально. Смотри, а вот тут даже нос видно. Да, вот глаз. Вот второй. А тут много глаз. Ужасно. Не кушайте, детки, на ночь. Будете такими же. Здоровы. Так, нашел какой-то конверт. Так, ну идем дальше. Проектор. Субъект. Армси. Фу. А как отсюда выйти? О, а тут меняют картинки. Ну да. Здесь можно их имена, на название узнать. Ну да, можно. Сейчас я хочу это. Что? Селфи сделать? Сахара. Слайд-шоу номер 2. Вон, что там? Вирджиния. О, Вирджиния. Нагаста это Вирджиния. А это Армси. Пойдем. Все, Толстого не покажет. Так, вот тут еще что-то. А, вот обелиск. Так. Блин, что за Тарков начался? Есть что? Нет? Блин, тут можно сидеть, это прикольно. Ага. А то я устала ходить. О, можно попить. О, попить, клёво. И поесть. Какой прекрасный самодостаточный. Кофе. В смысле, откуда здесь гроза? Почему? Ой, привет, чувак. Сделано с единым, ну да. Робет! Роберт. Что меня напугал? Я такой. А ты тут брал листочек? Ой, динозаврик. Какой листочек? Где? Вот здесь лежал. Вот тут. Динозаврик. Меган Кросс. А, дети. Да еб. Здоров, дети. Да сука! Блять, два! Снял мне две ячейки, падаль. Да еще один, блин. Вы видели вообще? Опять темно! Так, что нам перепрыгивать?
Нет. Определенно нет. Мы же не ищем легких путей, правильно? О, обелиск. Здравствуйте. Так, ну тут сейчас наш ребенок, наверное, будет. Ну да. Ой, он умер. Итан. Блин, такие два глаза на руке. Взял его шею, отломал. А, он снял его с пики. В голове пика была. Чё, получается, ребенок это коня двинул, да? А, он, сейчас он его вылечит. А как он узнал, что его сюда надо положить? Не знаю, вот там монитор с изображением. А, во, не, робот целый у меня, слушай, да. А чивку дали? Пока нет. Сейчас эта штука его в каркасебера превратит. А, типа передача жизни, что ли? Так, заметки там какие-то. Подожди, а что у нас в списке дел вообще? Блин, да что такое-то? Что я хриплю? Так, поставьте защиту. Кстати, почему не зачитал, непонятно. Мы одну пещеру не исследовали. Так, найдите пропавших пассажиров, понятно? Найдите новую жертву. В смысле? Таня? Объяснить? Подожди ты, я только, блин, прочитал, что сделать надо. Наверное, туда надо самому зайти. Это логично. Просто так на нее посмотрел. Two second. Чё? Артефакт. Ой, еще кассета здесь есть. Где? Здесь в комнатке, где я. Второе испытание артефакта. Ну. Это важная сюжетная комната. Ну, в принципе. Тут, конечно, все важно, но вот это же. Из-за кассеты? Дэдди Дэд. Короче, вот это мужик, который похитил в самолете ребенка. Да. Дэдди Дэд. Хватит смотреть эту вонючую кассету. Краска какая-то. Так, ну что? У нас... Вот тут еще можно походить. Эх. Чё? Ой, тут попыщ. Чё эх? Ничего. Ну, короче, тут несколько концовок, да? Можно самому туда зайти. Здесь две. Ну, одна ты заходишь, а другую ты ищешь кого-то, правильно? Я наугад говорю, если что. Не знаю, сказать? Ну ладно, подожди, я уже туда я не стал заходить, я типа не хочу сдохнуть. Ну, хочешь, я попробую зайти. Так, тогда я ты сдох. Да нет, я думаю, что так не работает. Что мы вообще тут забыли? Ой, сейчас узнаешь. Ну, можно поспать. О-о-о. А, здесь нельзя сохраниться? Нет. Ядрить.
Слушай, подожди, а там была комната с кодовым замком и написано ко второму артефакту. Я хочу туда сходить. Нет. Все, уже поздно. Хоть спойлерить, блин. Ну там конец игры будет. Во втором артефакте? Ну да. А-а-а. Ну, блин, ладно, блин. Такое можно говорить, да? Да уже все, уже сказал. Главное, сначала сказал, а потом спрашивает, типа, можно ли мне сказать? Ну, мы туда пойдем. Нет, Таня, блин, типа нельзя, не смотри. Вообще. Вот так вот все. Пипец. Это Таня под энергетиками, конечно. Ты идешь, инопланетянин мой родной, пошли уже. Иду. Все, погнали. Как копье кидать, не помнишь? Он туда не сможет попасть без карточки, которые дадут позже. Чего помню? Ну ладно. Чего я не помню? Кидать, на какую клавишу? Не знаю, правую кнопку мыши, наверное, зажать и выстрел. А, хорошо. Наверное, не знаю. Не помню. Что это, водичка? Нет, блин. Стекло. Прикольно, пещера внизу, клёво, да? Красиво так. Угу. Куча трупов не хватает на дне. Так. Ну, если приглядеться, ой, может, где-то там и есть. Девочка! Вот из тебя-то мы и сделаем это. Подопытного кролика. Блин, мне кажется, у нее проблемы. Она в полиэтилене. У-у-у-у. Зашибись. Блин, Таня, на тебя похоже. Спасибо. Я сочту это не как комплимент. Да как хочешь. Прикольно. О, она тоже флексит, смотри. Ядрить. Что так громко-то? Блять, не оглох. Get over here, блять. Фига она мне, блин, пол брони сняла. А ну что ты там, блин, говорил про последнего босса? Да вот что ты говорил. Я уже весь красный. Так, погоди, мне надо броню надеть. Да давай, надевай ты, блин. Ты там живешь? Блин, вот ты ее поджигаешь, я тебя убить не могу. Можно я ее еще подожгу? Ну давай, давай. Четко. О, блядь! Нахер иди. Да блин, вот это вот, конечно, флексы у нее. О, правильно, правильно, бей Таню пока. Да беги ты, блин. У меня силы, короче, нет. Вот попить. Бегу. Ай. Блин, у меня, кстати, три брони осталось, если что. Две. Одна. Ноль. Ха, нормально. Таня, жги. Я пока лук возьму. Бля, вроде будущее, да. Мы тут с луками балуемся. Ты чё, лёг? Кто? Я? Нет. Я стреляю вообще-то. А. Если бы я лёг, ты бы уже об этом знал. Мне показалось, простите. Тут не надо, я её в одиночку убью. Ай! Это ты. Это я. Это не в одиночку. У меня есть ты. Но... Я вообще не понимаю, попадаю я или нет. Вроде попадаю. Ай, блин, да иди ты нахер! Но. Бля, она уже на ёжика похожа. Она умирать-то будет вообще? Ты
просто танкуй, у тебя там брони дофига, ты же там нафармила. Ну, нормально, динамитик в эту вход пошел, я уже смотрю. Блять, да, в меня, нормально! Блин. Да куда в меня-то? Ну прости, я промазала! Ты чё? А, у меня стрелы кончились. Так, хорошо, я тоже беру динамит. Блять, я его кинул. Не поджег, короче. Прыгай. Таня, убегай! Убегай! Взрывайся ты! Чтоб долго! Так. Когда кину, кричать начну. Убегай! Да что так долго? Да пипец, это бред. Где еще один динамит? А куда его кинул? Все, его не найду теперь. Ладно, я иду меситься, короче. Ты куда, мразь? О, понятно. Ай, блин! Да ну нахер! Мне хана. У меня один хп. Мелкие пришли. Я отхиливаюсь, убегаю. Тут мелочь еще пришла. Собирай стрел с него. У меня была такая мысль, не поверишь. Так, я пойду младенчик этого убью. Убил. Бля, чего так много-то? Откуда вы вообще выползаете? Чё эта хрень умирать-то будет? Ладно, короче. Таня молотовы. Да в смысле? А, он умер. Она. Фух. Ну все, берем девку. Блин. А что там? Там есть что-то вообще? Надо же поглядеть, что тут лежит. Что, изи, ребят, затащили вообще на морально-волевых. И тут, конечно же, ни хрена нету. Блин, такой здоровенный зал. И ничего нет полезного. Ну как так-то? Даже рисунки не подобрать. А, тут надо было вон по следам идти, я их что-то не заметил сначала. Фух, надо батончик сожрать. Пошли. Ты идешь? Куда она идет? Оп, малыш. Таня. Таня! Бегу. Угу. Я тебе не верю. Так. Ла-ла-лай. Так, ну чё, помещаем девичку в этот. Блин, какой ты стрёмный пацан. Чё, где ты там? Давай быстрее. Бегу. New sample required. Всё. Так. Ну, теперь мы делаем из пацана этого каркозябера. Ой. Что-то происходит. Угу. Так, она отъехала. Ну, пошли. Ого, какие у меня тени тут классные. Прям пиксель. Вот, теперь нормальные. Она откинулась до того, как ее можно было использовать. Бывает. Что поделать? Так. Что-то какие-то прорывы камней. Так, ну. И чё? А, это проход. Ничего себе.
Без 100 грамм не разберешься. То есть нам надо кого-то другого теперь найти, чтобы туда засунуть, да? Это все Таня со своими этими. Ну а кто? Что Таня-то? Ну ты же поджигала, вот убила девчонку, видишь, все. Ладно, я промолчу. Ну да. Вот так вот. Не спасли за тебя сына. Получается. Так, подожди, а куда мы идем вообще? А, за вторым артефактом, точно. Ну, конечно. Куда же мы без этих гребаных аквалангов? Блин, это, знаете, как будто зрение минус 20, блин. Не, ну ладно, тут, наверное, минус 10. Пипец. Вот мне кажется, Градорму с Лерой вот так же видит без очков. Добрый. В смысле добрый? А что? Я же не знаю, как у них там. У меня не так, например. Вот Груди может с нами поделиться. Я к чему и говорю об этом. О, я черепа сюда положил, прикинь. Так, ну и что тут у нас? Давай, залезай. Ёб твою мать, что тут творится? Тут, короче, это, идолопоклонники. Они, видать, стали едины. Так, подожди, тут, блин, еще и вниз можно. Пойдем вниз? Подожди. Ой, а тут какие-то эти книжечки. Не знаю, я просто кругаля дал, потому что ничего. Он просто светилось, я думал, там что-то лежит, а там в итоге ничего не лежит. Пойдем вниз? Да пойдем. На живьем не слезешь. Ну и что тут? Не знаю, может, что интересное. Или ничего. Баллон кончится. Заправь новый. Инвентарь, правая кнопка, мышь на баллон. Я в курсе. Тут нет ничего. Это, видимо, если ты упал. Я думал, мало ли, вдруг что интересное. А ты же здесь ползала. Да я что помню. Я ж это финал один раз прошла и все, дальше строительством занималась. Чем занималась? А, строительство. По пещерам. А да. Подожди, тут еще потом дальше играть можно будет? Ужас какой. Ну, в следующее прохождение. Ты не один раз эту игру прошла? Ну, я целиком не проходила. Я говорю, я заходила, что-то там строила, сражалась. Ну, то бишь, как бы сюжет уже второй раз не лезла. А, тут, в этом смысле? В финальную пещеру нет смысла еще раз идти. Ну, понятно. Что здесь делать? Так, тут кто-то пил кофе. Нагадили-то, а? Много кофе. Ну, блин, да. Тоже хочу кофе. Что, можно кофе по-ирландски? Блин, 100 лет его, кстати, не пил. Но это нужен хороший кофе. Хороший виски. Хорошего бариста. Да не, бариста нафиг не упал. Что, ты не можешь размешать кофе и вискарь? Этого бариста нужен? Растворимый, что ли? Ну, нет, я же говорю, хороший кофе. А, ну хотя. Кофе в машине, например. Хороший кофе от бариста. Ну, если у тебя только баристы готовят хороший кофе, то мне тебя жаль. У меня нет кофе в машине. У меня тоже. Электропешники. У меня есть только это. Ух ты ж, сколько. У меня есть электротурка. Блин, надо починить как-то твой микрофон. Он бесит. Блин, ну вообще, я говорю, такие эти самые баги, это из-за заземления обычно. Ну, хз. Надо в твой комплекс. Смотри, его убили дрелью в ухо. Бывает.
Ему не повезло. Ёпти. Всё ломаешь. Ну, да дай ты, блин, ты... Зажал? Ну, пипец. Ого. Короче. Мы такие с тобой, это, в костюмчиках с катанами, прям мафиози. Да вообще, якудзы долбаные. Дрель в ухо, это еще быстрая смерть, могло быть и хуже. Ну, по факту, да. Ты зайдешь, нет? Зашла. Через закрытую дверь такая. У меня она была открыта. Это у тебя. Это у тебя, это у меня. Так. Надо похавать. Не-н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 е. Ой, ёпта. Блять, то света в этой игре нету. Смотри, сколько, какой тут вид красивый. Да пипец. То света нет, то, блин, дохера этого света. Снежок. Но мы в горах. Я заметил. Отсюда даже вон часть острова видно, где мы бегали. Что за инопланетянский корабль? О, матка. Прикольно. Так. Тут можно вон бады всякие похавать. Робота пожмакать. Ой, самолетик. Ресту конферм. Кевин, Салли и Томас. 4, 9 и 7. Чё, давай. А. Ну. Активейт, давай. Жмахай. Жмакай. Жмакай. А чё я-то? Да в смысле один из двух. А, простите. Я думала только тебе. Жмакай. Опять? Да там три раза надо жмать. Вот всё. Женщина, я не танцую. Почему мне это Хитмана напоминает? Так, смотрите, сейчас что-то мы там это... Что-то мы сделаем. Активирует. Упси. Волна пошла. Кажется, сзади что-то происходит. То есть вот как они крушение делают, да? Получается, плюс еда. Год спустя. Интересно. Как, кстати, блин, крылом не разрушило нифига. При том, что там топливо было. Стекло какое-то. My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about пацан. Нифига его контачит. Give it up for Eric LeBlanc. Eric Мудло. Классная фамилия. С топором. О, у меня, кстати, такой же топор. Есть. Оранжевый. Фига у пацана проблемы. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Ты выбрал концовку спасти сына, погубив другой самолет. Mm.
Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Так что, я теперь профессиональный рубитель дров? Круто. Yes. All right. Grab Timmy and let's head on. Блин, что с пацаном? Он меня бесит. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go. Сейчас его это заклинит, да? Убийца, реально. Is he okay? А, пацан в крокозябера превратился? Охренеть. Твою мать. То есть мы сошли с ума. А, не, подожди, еще не конец. Блин, даже звуков никаких нету, блин. Как ленивая игра сделана, конечно. Вау! Вау! Вот эта беззвучная концовка просто топ! Охрененно! Короче, бля, это не конец. Уже финалы. Да говно какое-то. О, сейчас нас покажут, что ли? Или нет? Мне показали. А, это пацан вырос. Общага. Он отвратительно чистит зубы. Даже не сполоснул рот. На этом моменте заканчивалась концовка на Бетти, и казалось, что сын при всех монстром стал. Но он еще и бухает. Ну для Бетки это грамотно сделано. О, смотри, смотри. Ну он да, он какой-то все равно. Не. О, не, он крокозябер. Привет, балдеж. Свети. Ну, короче, не. Он по-любому он становится монстром, просто не в детстве, а уже в юности. Понятно. Да. Короче, это конец. Да, это конец. Вроде как он ГГ второй части. А, да? То есть он не стал крокозябером? Так, а тут есть что-то после титров, нет? По-моему, нет. Ну, только можно игру продолжить. В режиме выживания. Не главный герой он там? Ну, значит, он босс. Блин, как их скипнуть? Не знаю, никак. Тебя куда-то зовет какой-то сиськи. Балдеж, не знаю. В игре вроде нет боссов. А, ну да, пока, наверное, нет. Но она потом. Она не доделана, потому что. Да. Ну мне там так нравится, как инвентарь сделан вообще. Вот тут русские разрабы, вон концепт-арты. Игорь Бурлаков и Марина Артег. А, нет. Только Бурлаков. Чё тебе понравилось? Инвентарь как сделан. Который мгновенно открывается, да, вот, ну, с таким звуком. И там, типа, грубо говоря, так. У нас случайно попавший персонаж, а там подготовленные. И он там прям все разложено по секциям, то есть такое. Ну прям, да. Не, ну как он открывается, вообще галимо выглядит, если честно. Я этот момент не застала, я... В смысле, блин, просто когда открываешь, вот ты стоишь персонажем, открываешь инвентарь, он просто делает... И, ну, такой резкий звук, и он просто сразу весь открыт. Типа, знаешь, ну никак там по частям. Ну, хз. Короче, игра на семерочку, честно, потому что... Не, она не шедевральна, но она приятная. Ну, а нет, она нормальная, строить, да, поиграть выживать. Прикольно, но она супер однообразная, потому что здесь можно заниматься только двумя вещами, это строительством и лазением по однообразным пещерам. Мобы все одинаковые,
звуков, ну, эмбиента вообще нету, где-то вообще звуки отсутствуют, тоже такое себе. Короче, для меня это, семерка. Если бы я играл один, я бы, наверное, не доиграл бы в эту игру. Потому что она бы меня выбесила бы, наверное. Хотя не знаю. Хочется. В нее хочется играть в компанию. В нее? Да, да. Я вот одна целиком прошла, ну прям было желание, чтобы еще такого-нибудь. Ну, да. Вместе поместиться, и для одного она... Да мне кажется, да, даже не вдвоем играть, а втроем, вчетвером тогда веселее будет. Ну, в компании в Отсовесе весело играть. Надо будет Green Hell попробовать, мне кажется, там поприкольнее. Ну, с Green Hell не сюда, или у нас купить? Не купить? Да, надо. Да. Наплати, посмотри. Ну, вот сколько я купила. Level Zero не ждешь? А что это такое? Не знаю. Ну, ладно, ребята, спасибо. Все, ты пошла? Ну да, что? Ты не знаю, ну, как хочешь. Ну да, спасибо тебе за игру. Насчет второй части потом подумаем там. Да. Сейчас, наверное, если пока что, перерыв. Она у меня уже есть, так что. Ну так, да, вот. Да, хорошо. Вот за завтра у нас там, не знаю, будет стрим, нет. Вот. Перехожу в чатик. Всем. Давай, все, пока. Да, до пока. В чатике. Угу, спасибо. Вот. Чат, а вторая часть, да, будет, но точно не сегодня. Потому что смысл, ну, я не начинаю так игры обычно. Вообще, мне дали ключик один. Я бы, на самом деле, вот, кстати, его бы сейчас застримил, потому что мне прям разраб написал. Типа, хотите ключ или нет, потому что мне на Кеймеллере отказали в ключе, а разраб сам сказал, что типа да. Чё там? А, давайте другую концовку посмотрим. Чё это за Level Zero? Так. David, can you turn on the light? Wait, let me try the receiver. Let there be light. I'll take that. We'll go look for the repair. Качество вообще присутствует, нет? А, извините. Что, по стриму доиграем пока? Ну, в смысле, стримим пока. Чё, Годзе, значит, ты вовремя. Ты не хотел стрим смотреть? Это что-то не то. Ну, какая-то другая вообще игра. Мне кажется, это выживач там от монстра, не? Может, и survival. А, ну, понятно, мультиплеерный хоррор, короче, ясно. Убийца ДБД? Да не. Только зашел? Ну, ты хотя бы хост кинул уже давно. Еще час назад. Спасибо. Я там тебе говорил. Ну, ты, наверное, не слышишь? Привет, привет. Хост кинул и прилег. Я очень хотел поиграть в Nemesis, но, блин, сделали говно какое-то в итоге. Хотя его обосрали просто наши топы. Ну, Денис там и так далее. И в итоге никто, короче, в него не играл из-за этого. Да вот, нам надо с квадом в такие игры играть. Да, спасибо за шут-аут. Шут-аут. Нет, Таня, это вообще другое. Ух ты, нифига. Фонарик сломался. Фераси. Знаете, на что похоже больше? На этот. Блин, как это? Evolve, помните игру такую? Блин, я, кстати, помню, я даже предзаказ на Evolve брал, а в итоге игра почти обосралась. Ее потом сделали бесплатно, и в нее никто не играл. Я помню, мы на стриме даже бабосики собирали на игру, чтобы в нее поиграть на релизе. Или на бейте даже. На бейте, по-моему. Я жду Дюну пока. Ну вот эта игра, если это прям графон в игре, то, ну, выглядит вообще приятно.
Level Zero. Понятно. 23-й год. А, так чего она PS5, PS4? Чего мне ее ждать-то? Она как бы... Идите нахер. Нет, конечно, не жду. Или она на ПК будет? А, нет, Windows тоже есть. Слушай, ну ладно. PvP-хоррор, понятно. Ну, ничего так вроде выглядит, да. Так. Что-то я хотел... А, концовку я хотел посмотреть, да, вторую. The Forest. Концовка. Только не второй, а первый, пожалуйста. Обзор альтернативной концовки. Новый финал. 4 года назад. Полное прохождение. Что, вот это или как? А, вот обзор концовок. Друзья мои, добро пожаловать. Это у нас бля, можно без пиздежа? Пожалуйста, пожалуйста. О, хорошая и плохая концовка в игре. Так, это... Это вот наша концовка. Создана бесплатным... Бесплатным планом. Блять. Давайте, короче, нормальную. Нашел сына в финал игры. Реакция летсплейщиков. Финал все концовки. Блять. Да, можно как-то без... Без комментариев. Финал без комментариев, вот. Подпишись. Это музыка тут. Да сука! Есть нормальный ролик. Грустная концовка, без комментариев. Это которая грустная? Все, печаль. Подожди, это где он дрался или нет? Да, это он тут дрался, это та же самая. А есть нормально-то... Вы издеваетесь, что ли? А где вторая-то концовка, алло? Эти, блядь, летсплейщики хуевые. Так. Мы, короче, просто без звука сейчас посмотрим. Так, вот он тут типа убил. Вот он тут это зарядил. Так, это... Это... Подожди. А там еще можно было что-то поюзать, что ли? Подожди, или тут... А, это другая концовка, типа, вот. Он говорит подобное, то есть... Ну да. Ну вот мне интересно. Так. Хотя может он рассказывает что? И много чего интересного. Еще одна пасхалочка к тому, что пасхалочка, хуялочка. Забираем ключ-карту, относим и встретимся уже наверху, где будет альтернативная концовка. Вот и снова у нас финальная. Наконец-то. Так. Вы уверены? То есть вы должны сейчас нажать либо yes, либо no, то есть. Мы поняли тебя, дядь. Вот вопрос в том, самолет летит, он ударяется где-то здесь, типа, о купол или о скалу, непонятно. То есть издалека непонятно, как это работает. И, собственно, крыло отлетает, и самолет, как говорится, произошло. Так, артефакт. Ну что, давайте попробуем отключить его. Так-с, поехали. Нажимаем yes. Угу. Оп, все. Типа, уверены мы или не уверены в том, что нужно... Да уверены мы! Господи, сыном. Какая же душная игра. Но зачем и почему, все у нас пошло, как говорится, пизде. Блять, давай. Я понял тебя, дядя. Давай. Здесь материться могу только я. Что дальше-то происходит? Ну. Так, вот он куда-то идет. Очень долго он идет. Прит-сэмпай, здорово. Блять, он все идет куда-то. Все, что-то он идет, душные пещеры. Всю игру мы бегали по пещерам, и до сих пор бегаем по пещерам. У него вообще пустой инвентарь почему-то. Все, он бегает. Да. Угу.
Ну вот, типа мы... А, ну понятно, мы просто оставляем пацана там, короче, да? Получается. И вот самолетик пролетает, мы смотрим на фотку, сжигаем фотку, потому что пацан был мудак. Подожди, что это? Подожди. А, это там так и лежит. Так, ну и все. Все, и мы идем такие, это... Куда-то... Куда-то идем, такие, ой, посмотрели на руку с зажигалкой приклеенной. Там что-то... Что там лежало? Какая-то херня. Это кабина пилота, понятно. Ну, кстати, с щитами это делал, видите? У него там подобрать палки до сих пор. Ну, понятно, короче, мы просто оставили пацана гнить там на столе. А сами такие, типа, у-ху! Погнали гулять. Вот. Короче, чат. Давайте, знаете что, у нас еще 1.5 часа стрима как минимум. Я думаю, мы сейчас пойдем с вами в одну игру. Я только сейчас для ютубчика мы обрежем запись. Вот, а пойдем с вами сейчас строить военную базу. У нас симулятор военной базы будет. Так что давайте пару минут перерыв. И я вернусь к вам. Давайте, да, и всем, кто на Ютубе вдруг смотрит это видео, то спасибо за просмотр. Приходите на стрим обязательно. И, конечно же, нажимайте follow. И всякое такое прекрасное-распрекрасное. Сами знаете. Вот. И смотрите стримы, конечно, давайте. До новых встреч. С вами был Мадеш. Все такое. А для тех, кто еще остается у нас на Твиче и на ВК Play Live, я вернусь через парочку минут. Так что не разбегайтесь. Да. Все, давайте. Пока-пока. We'll be right back.